50 автомобилей получили от государства ветераны Карабахской войны. Церемония их вручения прошла сегодня в Баку. Организатор мероприятия – Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Замминистра Метин Керимов, выступая на церемонии вручения, отметил, что в прошлом году инвалиды войны получили от государства 626 квартир. В этом году им планируется вручить еще 800 квартир. Кроме того, в прошлом году ветеранам войны было предоставлено 265 легковых автомобилей. В течение текущего года эта цифра составит уже 800. Отмечу, что все 50 автомобилей произведены в Азербайджане, и это высококачественные модели. Сама акция является неотъемлемой частью социальной политики, проводимой государством. Повышение благосостояния и уровня жизни населения находится в повестке дня. Ветераны, инвалиды войны, семьи погибших всегда будут охвачены заботой государства. Я очень рад получить автомобиль и благодарен государству. Но самой желанной мечтой для меня является возвращение территорий, находящихся под оккупацией армянских агрессоров.